кто-то кидает. Надо зеркало протереть. Обратил внимание, что и зеркало попадает в кадр. Ладно. Я думаю, это не ухудшит картинку. Хабаровске показывает 76 километров. Ну, это центр города. Куда я не поеду. Блин.
стоит. ГИБДДшник. Предупреждали встречные водители фарами. Даже не шелохнулся гаишник. Ограничение 60, я еду 60-58. Этот полетел, обгоняя меня. Как это назвать? Что можно еще сказать? Какие комментарии? Кто тут руководитель? Thank you.
подъезжаем к Хабаровску. Хабаровске не планируем останавливаться на ночлег. Может быть, там выйдет. Thank you.
Знатокам есть.